Сегодня православные отмечают Страстную пятницу. Это один из самых строгих дней Великого Поста. А уже в выходные православные будут отмечать один из главных христианских праздников – Светлая Пасха. Церковные и народные традиции встречи священного дня в репортаже Анастасии Синичкиной. В крестовоздвиженском храме идет подготовка к самому главному христианскому празднику. Будущие сестры милосердия готовятся к пасхальному песнопению. На ночном богослужении с субботы на воскресенье от девушек зависит многое. Ведь именно они будут своими голосами создавать атмосферу торжества. Как говорят церковнослужители, эта репетиция особенная. Самый радостный праздник для людей во всем году. Поэтому это более торжественное, ответственное мероприятие. Поэтому стараемся более тщательно готовить, чем обычные произведения. Уже на входе в трапезную женского монастыря слышится звук молитвы и чувствуется невероятно вкусный запах. Так под Богородицу монахиня готовит праздничный стол. Чтобы не было ни посторонних мыслей, ни разговоров лишних. Чтобы было дело и молитва. Яйца красят самыми разными способами. Натирают перламутром, варят с луковыми перьями. Главное, чтобы они были яркими и красивыми, как весна. Наташа пришла в гости к своей тете. Несмотря на юный возраст, девочка уже знает все традиции и правила подготовки к Пасхе. Сейчас у нее очень ответственное занятие. Она украшает куличи. Нам нужно украшать их цветочками, да, мармеладом. Они должны быть красивые? Да. И вкусные. Это не основное, то, что необходимо Пасхе подготовить. Самое главное – это те события, которые происходили уже более 2000 лет назад. И они повторяются в тех богослужениях, которые сейчас совершаются. Это напряженные, насыщенные, молитвенные богослужения. А вот эти пасхальные яйца – настоящее произведение искусства. Их, конечно, не отведаешь за праздничным столом, но зато такой символ зарождения новой жизни останется на долгую память. Эти яйца деревянные. Вот так вот рисуют шейку, потом туловище у птички. Росписью пасхальных деревянных яиц Елена Батузова занимается уже 20 лет. Перед праздником яйца разлетаются на ура. Зародился такой вид искусства еще в 18 веке. Сейчас их основные покупатели – это иностранцы. Вот этому яичку, это у меня досталось от прапрабабушки, вот, это еще в начало 900-х. Вот такие традиционные. Они почему такие простые, и в них играли. То есть их вот было принято катать с горки, у кого дальше укатится, там тот и выиграл. Сначала яйца просто красили одним цветом, потом это занятие переросло в более сложное ремесло. Сегодня их как только не расписывают. Но самым распространенным способом окрашивания остался христианский. Существует несколько видов росписи деревянных пасхальных яиц. В России на них принято изображать либо птичек, либо цветочки. Птица олицетворяет связь с небесами, а цветы – это символ древа жизни. Всю эту неделю к Пасхе готовятся все верующие христиане. И уже в воскресенье каждый поздравит близких и родных с этим великим праздником. Анастасия Синичкина, Илья Ромазаев, Кирилл Логинов. Вести Саратов.